видеоролик о том, как работник ERG по имени ER Jigit строил свое будущее. Внимание на экран. И вот родился ER Jigit. Он рос и вырос. И устроился в ERG садовником. А нет, электриком. А да, садовником. А нет, садовым электриком. Хоть и были у него неудачи, но фортуна его не оставляла. Рядом с ним всегда были его верные друзья. А этих людей он видит впервые. Так как его сердце билось в правильном направлении, фортуна стала его лучшим другом. И он начал расти по карьерной лестнице. Всем здравствуйте, с вами снова я, Сабина. Сразу хочу сказать, меня завлекли сюда обманным путем. Сказали, буду работать в офисе, бумаги перебирать, а вместо этого на завод привели. Вот сделала маникюр новый, губножку купила новую, прическу сделала. А что толку? Сис, таскаем, ничего не видно. Эй, Сабина, что ты здесь делаешь? Иди завод кидай, на каску возьми. Ладно, еще увидимся. Так как фортуна стала его лучшим другом, он продолжил расти на карьерной лестнице. На новой должности он начал устанавливать собственные порядки и начал со своего заместителя. Как гласит народная истина, каждый суслик агроном. Благодаря своему профессионализму и личностным качествам, его карьера стояла на месте тяжелые трудности. В детстве, когда у Ержигита спрашивали, кем ты станешь, когда вырастешь, он отвечал: если вырасту тетей, стану врачом, а если вырасту дядей, стану инженером. Как вы видите, мечта Ержигита сбылась. Он вырос дядей. Хоть он и стал одним из лучших руководителей в своей области, фортуна всегда помнила о нем. Ну что, коллеги, будем строить? А тут мы промолчим. ERG, будущее строй сегодня.